Новое на портале. В приложении госуслуги появилась возможность проверять подлинность товаров. К примеру, пользователь сможет узнать, где, когда и кем произведен товар, получить информацию о его весе или объеме. Для проверки достаточно отсканировать специальный графический символ на упаковке, нажав на кнопку «Госскан» в приложении госуслуги. В календаре. В Госдуме одобрили установление новой памятной даты. Теперь 30 сентября будет отмечаться День воссоединения России и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Онлайн-обучение. Школьники Пермского края с 1 по 9 класс могут принять участие в ежегодной Всероссийской олимпиаде «Безопасные дороги». Пройти задание можно, не выходя из дома, на образовательной платформе uchi.ru до 15 октября. Поддержка бизнеса. В Пермском крае зарегистрировано более 97 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Самым распространенным налоговым режимом среди предпринимателей является упрощенная система налогообложения. Бизнесмены, которые выбрали патентную или упрощенную систему налогообложения, работающие в сферах сельского хозяйства, образования, здравоохранения, IT и некоторых других сфер, до конца 2023 года пользуются налоговыми каникулами. Так, региональные власти приняли решение продлить действие этой меры поддержки на 2024 год. Соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение краевого парламента в октябре-ноябре этого года. Выходной день. На Воскресенской площади Соликамского округа вновь разместится ярмарка выходного дня. На протяжении двух дней жители и гости города смогут приобрести различные товары и продукты питания по ценам от производителей.